Анапольский. Даня старший из четырех братьев. Так что это человек серьезный. Как старший брат, он, в общем, как бы всем немножко как бы руководит. Он не понаслышке знает, кто такой Лионель Месси. Интересуется футболом, даже ходит на него. Теперь он, правда, немножко переключился на гимнастику, но, тем не менее, интересный спорт есть. Дальше сыграет четыре произведения. Это будут две пьесы Эдварда Грига, а именно «Народная мелодия» и «Халет». И два произведения Сергея Прокофьева. «Ходит месяц» и «Тарантула». Пожалуйста. Thank you.
Thank you.